Акция «Предотврати болезнь, выбери жизнь» на базе 6-й городской поликлиники Бреста стартовала в 9 утра и с первых минут привлекла внимание горожан. Специальное профилактическое мероприятие направлено на предотвращение и раннее выявление онкозаболеваний. Любой желающий мог получить консультацию профильных врачей-специалистов, а также пройти некоторые диагностические исследования. Цель нашей акции – это мотивация населения, в частности Московского района, потому что мы проводим на базе нашей поликлиники осмотр пациентов поликлиники центральной, третьей вот и нашей. Цель этой акции заключается в том, чтобы мотивировать наше население на ведение здорового образа жизни, дать информацию пациентам по профилактике неинфекционных заболеваний. Ну и основная цель вот сегодняшнего нашей темы – это ранняя диагностика онкозаболеваний. Онкологические заболевания продолжают удерживать лидирующие позиции в списке причин инвалидизации и смертности, уступают только патологиям сердечно-сосудистой системы. Доктора утверждают, с раком можно бороться, но важно вовремя выявить проблему и начать лечение. Но далеко не всегда жалобы приводят пациентов к врачу сразу. Страх, безответственность и даже стыд. Причин поведения немало, но все они существенно усложняют процесс выздоровления. К примеру, рак простаты – тема актуальная, но почему-то вызывающая ненужный ложный стыд. На самом деле рак простаты молодеет, и проблема в том, что у молодых мужчин он часто ведет к инвалидизации, потому что обращаются они поздно, ввиду социального положения работают и не задумываются о своем здоровье. И большой процент людей, которые обратились на поздней стадии, погибают в течение нескольких месяцев, лет. С другой стороны, если человек обратился на ранней стадии болезни, есть большая вероятность того, что он проживет больше 5 лет и с хорошим качеством жизни. Акция «Предотврати болезнь, выбери жизнь» продолжится и в будущем. О месте проведения и графике приема можно узнать на сайте Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии.